Star, внимание, Марс. Да, сейчас действительно будет жарко, потому что мы поменяли такого ответа. Посмотрим, что же там открыть сегодня здесь. Потому что правда совершенно не такая как была на самом тесте. И здесь может быть совершенно разнообразно. Да, у Игоря очень глубокие, посмотрите, такие глубокие наклоны. Очень плотное прохождение в контрсвешивании таких затычных элементов. Облизывает практически конусы, хорошая территория, да. Но видим, что немного он рвано работает задним тормозом. Немного во вращении это заметно. Сейчас хорошо. Зеркала. Молодец. Действительно хорошо справляется с задачей. И финиширует Мартин Фридер, победитель словом теста этого года.